Всем привет, интернет! Снова вы, снова я и снова одна из ваших посылочек, а вернее посылочка для моего подписчика из недружественной страны. На этот раз из Германии, из магазина Louis, как сказал товарищ, который заказал из этого магазина две покупки для себя. Самый лучший магазин для байкеров и мотолюбителей. Я, знаете, что подумал? Мне, наверное, скоро надо будет стол себе покупать у Владимира Владимировича. Потому что некоторые ваши заказики и хотелочки у меня явным образом на столе не помещаются. Итак, ребятушки. Вот тут вот такая вот коробочка раз. Вот такая вот маленькая коробочка 2. Это наборы звездочек. И самое интересное, подождите, по-моему, наборы звездочек, да, их 2 должно быть. Метрические, дюймовые, 2. И самое интересное, друзья, коробочка вот такая вот, 3. Ну, это, как вы поняли, инструменты вот такого вот содержания. Я его не буду открывать, раскрывать, потому что он весь запакованный, вот так в пленке, в слюде. То есть, понятное дело, что все это дело новое, все это дело железное. Дошло, судя по внешнему виду, все в целости и сохранности, поэтому лишний раз своими ручонками не будем облапывать чужие вещички. И вот два вот таких вот набора. Так, здесь шестигранники, здесь звездочки. Шестигранники дюймового размера и звездочки. Ну и ребзики. Самая клевая, наверное, посылочка. Самая крутяцкая. Самая офигенная покупка. Мне аж самому дико интересно на нее посмотреть. Вообще, в принципе, посмотреть. Вот так, друзья, все это внутри выглядит. Посмотреть, как это вообще все доехало. Потому что ехало это все кружными окольными путями. Магазины, как вы знаете, в Россию сейчас товары иностранные не поставляют. Тем более из недружественных стран. Но только, ребятушки, не в моем случае. Если вам что-то нужно привезти с eBay. И не только с eBay. Из дружественной, и не только из дружественной страны, санкционные и несанкционные вещи, пожалуйста, все мои контакты внизу в описании. Ссылка на объявление в Авито, ссылка на группу во ВКонтакте, ссылка на группу в Телеграме. Ну а мы, ребята, раз, два, три, елочка, гори! Ого, блин, крутяк. Я хоть ни хрена и не мотолюбитель, но вот эту штукенцию я бы напялил, с удовольствием в ней побегал. Хотя бы по дому. Ребятушки, тут мотошлем. Мотошлем от некой компании Shark. Широко известная, полагаю я, в узких кругах мотолюбителей. Слушайте, самое главное, не то, что это мотошлем. Круто, конечно, смотрится, что сказать. Все. Все девки однозначно будут моего подписчика. Самое главное, что он приехал живой. Вот так вот я смотрю. Целый и невредимый. Это меня, конечно же, не может не радовать. Я думаю, мой подписчик будет доволен. Мега доволен. Ребзики. Как вы думаете, вам бы понравилась такая хотелочка, полученная внезапно? Вот. В общем, такая вот на сегодня посылочка и такие на сегодня покупочки. На этом все. Всем, как обычно, удачи, удачных покупок. Со мной они, как правило, удачные. Если давно какая-то из покупок в ваших хотелках, а вы сейчас по всем известным причинам не можете ее приобрести, пожалуйста, я вам с этим помогу. Все ссылочки на меня там внизу в описании. Всем пока!